have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в тунике продолжаем ходить по этому замечательному, красивому миру. Зачем я использую наводочку? Так, ладно. Поехали в наши более старые локации. Возможно, мы сможем с помощью меча куда-то пройти. Да даже невозможно, я практически в этом уверен. Потому что, мне кажется, там были какие-то моменты, куда мне прям обязательно нужно было... Например, сюда. Это вторая сторона, да? Того места, куда я приходил. Туда шоткатик я тоже, кстати, уже открыл. А здесь... А что здесь? А зачем здесь? Непонятно. Ну, то есть, вроде лестница, вроде можно пройти. А зачем? Нам об этом, конечно же, не скажут. Еще... Вон тот сундучок, кстати, очень интересно выглядит, как бы к нему добраться. Поехали в самый старт сходим. Ну, почти что. Там вроде как можно было куда-то прорубиться. Это у нас первая могила героя, да, которая? Или... Нет, погодите. Не, ребят, не про вас, вообще не про вас. Давайте тут сходим наверх, потом можно будет сходить вниз, потому что, мне кажется, и там у нас есть какие-то места. Да, точно, это у нас к нижнему сундуку, а к верхнему... к верхнему. А вот это здесь зачем? Газонокосильщик, ачивка выехала. А, ладно. Я тебя понял. Ультимативно. Погодите. 4. Тут просто какой-то свой, я так понимаю, выдуманный, что ли, язык. Тут я никак не могу пройти. Ладно. Это меня сейчас возвращает... Почему тут все вырублено? Это меня возвращает к проходу в лес. Значит, мне сейчас не сюда. Пойдем вниз посмотрим. У меня такое стойкое ощущение, что мы где-то точно могли пройти с помощью меча. Так, сюда тоже никак. Там, кстати, внизу дверь, если что. Я еще не знаю, как это все открывать. Посмотрим. У меня, в принципе, расходников еще куча, которыми я не пользуюсь. Ну, в большей части, потому что я не умею, наверное. Я не умею писать стихов. Я не... Ой, тут можно шорткат открыть себе. Кто помнит, откуда эта песня, то вам, наверное, нужно пойти померить давление, потому что вам уже лет 95-96. А, это вот так. Такой шорткат. Погодите. Почтовый ящик. А тут у нас... Да, тут у нас есть первая могила героя. Куда мы заходили, где... На что мы потратили ключики. Тогда я как раз говорил, типа, ключики, видимо, придется... Ну, они универсальные. Их придется доставать и беречь. Как мне вниз спуститься, други мои? Тут вот эта штука, опять же, ну, я предполагаю, что это лифт, я могу ошибаться на 254%, но у меня четкое осознание того, что вот эти желтые штуки могут быть лифтами. Или же, это какие-то провалы, то есть у нас, возможно, будет какая-то обилка типа топота, что ли? Блин, мне бы еще спринт сюда. Ну, то есть выносливость есть, но она используется только на перекаты. Возможно, она будет, кстати, еще использоваться на выбивание щита. Ладно. Так вот, возможно, у нас будет что-то вроде топота или что-то такое, куда, как, где мы сможем протаптывать себе дорогу вниз, вот в таких вот местах. Нужно их запоминать. Хотя я уже подзапутался. Ладно. Это у нас сокращалка сюда. Там другой сокращалки никакой у нас нигде нету. Хоть,
ехать. А, вон лесенка, вон лесенка. Да-да-да-да-да, вот к ней мы не могли пройти. Вспомнил. Что-то какая-то башня, то ли лазерная, то ли еще что-то. Так, сундучок, ты не прячься от меня. А синее это что? Так, хорошо, но это бонус. Это бонус. Это не путь дальше. Ну, как бы у меня есть куда пойти, но я думал, что это меня полностью выведет на пляж. Как таковой. Что у меня из вещей есть? Перчики, петарды, та-та-ра-та-та. А, смотрите. Это можно... Нет, это нельзя использовать. Оно у меня просто висит в пассиве. И сверху два осколочка тоже висят в пассиве. Значит, клык и это... А это не расходники. Что интересно, в свою очередь. Хорошо. Это, получается, мне будут какие-то бонусы прибав... Блин, я заблудился. Дайте я... Офигеть, как я сюда попал. Дайте я тут выйду, и все, и всем будет хорошо. Я-то теперь везде пройти могу. Мне вообще вернуться сейчас к тому костру, где я был, наверное, в идеале, потому что оттуда у меня два хороших прохода. Уйди, чувак. Уйди, чувак. И ты тоже. Вон, мне туда через дорожку, поэтому поехали вверх. Ну, вроде тогда я по старым местам, по всем сходил. Вроде как я все повидал. Чуть-чуть мне урона, кстати, не хватает. Так бы они были, типа, ну, не ваншотные, но на одну серию атаки. Так, вот дверь. Вон там маг... Ну, я предполагаю, что это маг, я без понятия, кто это. Но там кто-то с ключом. Надо пойти... пощупать этого чувака. До свидания. Тут щитовичок у нас. Нет, он, видимо, не маг. Зачем ты этого таргетишь? Мне туда в центр еще как-то попасть надо. Поехали их убивать. Ладно, спускаемся вниз. А, погодите. А вот эту фиолетовую штуку я уже где-то видел. Ну, не где-то, я ее видел. Автотурель. Фух. А, это я сам нарвался, кстати. До свидания. Я мог запросто не получать этого урона. Кошелек. Это хорошо. Здесь я дальше не пройду, так как... или отсюда, или туда нужна обилка. Кстати, смотрите на пляж внизу. Что там творится. Так. Жахнем баночку. Автотурель мне не нравится. Ёлки! Он меня убил. Нет, не убил. Я просто стырил у него. Блин. Я хочу с ним подраться, но он меня убьет. А дальше что? А он, кстати, не сходит с места. А, он не сходит с места. Он как постовой. Это у нас просто бонус к сундучку. Да. Так а куда мне все эти деньги? Ребят, дайте мне магаз, дайте мне хоть что-то. Ладно. Значит, я, наверное... Не очень-то сейчас и хочу драться с этим перцем. Ага, под водопадом можно вот так вот пройти на вторую часть. Тут еще сейчас, кстати, что-то будет. Да, вот этот огрызочек, да. Пауки, хранители, смотрите, любящие, которые научились магии.
Свечи можно задуть. Как? Ладно. А арахрит, блин. И сапфаук. Не ведись. Отметки на их спине обманки. Это понятно. Вот, внизу. Под колодцем. А это случайно не... Советы. Вот, смотрите. Фиолетовые... Фиолетовые линии, как они должны проходить, что ли? Это интересно. Нет! Я случайно. Я увидел сундук, я... Так, еще одна монета. В общем, это у нас, кажется, в руках ледяная бомба. Но зато мы узнали, что она делает. Мы узнали, что делает горящая бомба, ледяная бомба. В общем, все, что в этих бутылочках, оно получается бомбы. Что делает петарда? Тоже написано вроде, что бомба. Ну, не знаю. Еще не пробовал. Может быть, кстати... Ой, блин, а, ну, у меня сейчас не те жизни, чтобы пробовать такие вещи. До свидания. Смотрите. Я могу дальше пройти, но это очень рискованно. Я пойду, наверное, сначала... Фух, я даже не знаю. Блин, и туда тоже надо зайти. Давайте я, наверное, пойду все-таки пополню себе жизни, пополню себе бутылочки. Вниз туда мне уже толку идти, ну, кроме как к турельке, да? Да. Сверху у меня есть куда пойти, тут есть куда пойти. Блин, и везде хочется, и везде надо. Сейчас немножечко подлечимся. Где он у нас тут? Да, вот тут. Фух, отдыхаем. Хорошо, давайте тогда не к турельке. Давайте сейчас спустимся вниз. Вот в эту вот шахту, которая у нас тут не шахта, не знаю. Посмотрим, что это такое. Мне интересно. Под колодцем. А вот и слё... Блин, погодите. Раз мне говорили... Ёлки! А чё это такое... А! Я только понял, что он взрывается. Нет, раз мне говорили, что тут будут слёрпы, и мне говорили, что тут будут автотурельки, опять же, которые мне нужно проходить щита. Мне нужно чёртов щит как-то вытащить, и я не знаю, как это сделать. Значит, сюда сейчас идти мне без толку. От них или уворачиваться. О, здрасте. А тут меня не было, кстати. Ну-ка. Лифт? Не лифт, не знаю, что это. Тут есть проход дальше. Ёлки! Вот это... О, фух. Так, либо третью бутылочку, либо кучу петард. Я а что мне за это будет? Я возьму бутылку. 300 монет. А у меня? У меня монет задницей, можно, как говорится, пересчитать. Так, да, я возьму третью бутылку, спасибо. Петарды у тебя купить? Кстати, давайте. А, петарды у тебя бесконечные. Фух, как же я сейчас немножечко это... Я думал, что это босс вылез. Просто помните, блин, где это было? По-моему, в первом... Или в первом, или в третьем Dark Souls, где там был этот скелет, скелетный король.
вылазила такая тварина огромная. А, да. Это, ну так это... Погоди. А, вон тот мостик, который мне нужно опустить, это будет у нас через... А. Ну то есть туда... Ладно. Я примерно, я думаю, что я догадываюсь, где и что. Это вот, вот тут вниз нам надо. Кстати, ключик, который мы беззаботно стыбзили. Да. Блин, а тут уютно. Аж даже не хочется сундук открывать. А тут можно дальше... Ух ты ж! Тут дальше проход получу. Я бы тут остался жить. Сундук на одну монетку, да? Ну, то ли я что-то не понял, то ли не особо богатый был другалек. А, вот и щит. Все, здравствуйте. Всё, не зря. Совсем не зря. Да, дайте, пожалуйста. Зачем... Р... Тут как раз вот то место, куда... Фух. Великая загадка решена. Теперь я могу сочетать. Ой, сюда тоже можно. Стиль боя. Здрасте. Что, блин? Это какие-то постаменты? Сюда можно что-то поставить? В общем, смотрите, что я думаю. Что ключи это вообще ни разу не бонусная штука. Я думаю, что ключи это сюжетная штука, которая продвигает нас дальше. И они обязательны. То есть, так можно было бы подумать, что ключи это какая-то бонусная вещь, которая нужна тебе, если ты хочешь что-нибудь неплохое получить. А так... Ну, щит это же явно что-то обязательное, скорее всего. Давайте протестим, как оно работает. Ай. Да, хорошо, мне нравится. Это какая-никакая защита. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не надо меня бить. Зря сюда, кстати, попёрся в таком состоянии, потративши все бутылки, все дела. И прикрылся щитом. Ну, открываюсь не вовремя, да. Тут ничего не поделаешь. И еще я уже сколько раза, 2-3, наверное, перепутал кнопку удара с кнопкой переката, переворота государственного. Да ладно, ну там же... Что, блин, извините? Я вообще случайно нажал на... А где... Да? Я вообще случайно нажал на кнопку петарды, а оно взяло, взорвалось и открыло мне какую-то... Ай, блин. Оно же не закроется теперь из-за этого? Погодите, я пойду восстановлюсь, мне вообще не влом. Значит, петарды у нас взрывают какие-то тайные стены, раз таковые имеются. А таковые имеются, здравствуйте, за новости. Хорошо. Как их теперь различать? Я не увидел, какая была текстура. Я это случайно сделал. А когда что-то делаешь случайно?
Оно не закрылось? Нет, оно не закрылось. Хорошо. Погодите. А, я понял. Я понял. Я очень много сейчас понял. Подождите. Это, во-первых, раз. Одно потратил, 4 получил. Это бонусное. Теперь я понял предназначение спуска с той стороны. Видите, там стеночка такая беленькая. Вот. Вот. А здесь тогда, блин, вот, здравствуй, паранойя. Да. Оно и врагов бьет. Это, тут вообще проход. Что, блин? Извините. Что я тут делаю? Нет, тут ничего нету. Чё за кубик? Тут секретов, блин, напихано просто на каждом шагу. Но, ладно, по крайней мере, это объясняет, зачем тут эта лестница. Она тут уже не зря. И на том спасибо. Ну, просто до этого смотрелось очень нелогично, теперь много чего понял. Ладно, значит, эти петарды крайне полезны. Не надо их тратить. Ну, надо их тратить на врагов, но на врагов их нужно тратить как-то с умом. Понял. Все-таки надо попробовать продвинуться дальше. Там же... Деньги, кстати, оказались вполне нужны. Как минимум на покупку тех же самых петард. Со щитом я себя чувствую поспокойней. Все-таки большую часть игр это обычно мой геймплей. Я не всегда могу, например, среагировать перекатом, но я почти всегда могу прикрыться щитом. То есть так мне проще все-таки играется. Успокойся, отдохни. Выдохся, бедный. А это у нас... Это то, что я... Нет. Это вообще ни разу не то, что я открыл. Это что-то другое. Я это видел тогда, но не зашел. Я сейчас пойду туда, погодите. Мне интересно обшарить тут. Очень-очень-очень-очень сильно похоже на все эти миры Dark Souls, когда ты такой идешь в одном направлении и такой, о, а тут есть еще что-то. Еще две, спасибо. Но почему два сундука были уже открыты? И что здесь происходит? Так вот, такой идешь в одном направлении, думаешь, о, вот я иду туда, и такой, о, а тут что-то еще, и все, и тебя повело. Чувак, спасибо. Сделал за меня мою работу. А туда я могу попасть... Вот здесь. Не-не-не-не-не, оно тебе не надо. Ай! Ну, теперь-то у меня есть автотурелька. Теперь я могу пройти. Что? Ты что такое вообще? Ну, я имею в виду, что теперь я могу вот так вот щитом прикрываться от автотурельки и...
Блин, ну так у меня выносливость высаживается просто офигезно. Все, иди нафиг. Ай! А, да? Да блин, он меня убьет. Погоди, оттуда я могу, чтобы он... Нет, не могу. Мне бы так, чтобы баночки восстанавливали получше. Погодите, а может я эти автотурельки взрывать могу? Ну, типа, логично, они же... не из-за наптаниума какого-нибудь там сделаны. Пойдем похилимся. Надо пощупать карты, еще походить. А, хорошо, раз мы теперь получили щилд, мы можем сходить и в то место. Но у нас уже просто хронометраж серии заканчивается. А так бы я на самом деле сходил бы. Так, секунду. Где мне... Оп, вот карта. Вот сюда... Ну, в принципе, понял, наверное. Хотя не точно. Погодите, я хочу пока что под конец серии побегать, еще кое-что проверить здесь. Если все сойдется, ну, как бы, если все сойдется, то, по идее, мы можем сегодня еще кое-куда попасть. Чувак до меня не доставал, бедный, все это время. Хватит меня лупасить, твари. Вот, вот это вот местечко, куда... А, нет, вот тут этот переход, минуточку, красная. Это я заходил, вот, мне сюда нужно, по идее, сейчас. А как туда попасть? Там автотурель внизу вообще. Вон тот сундук, я не знаю, как... куда... Ой, тут тоже автотурель есть. А зачем она там? Тут же ничего не... здравствуйте. Тут я заберу. Да? А куда там еще можно пройти? Да ну офигеть просто! А он мне выбивает всю выносливость. И что я тебе сделаю? А он меня, кстати, может убить, да, вот таким вот образом? Я лучше на фулку восстановлюсь. Ну, то есть, мне туда надо. Но как это... Но как это сделать сейчас? Я вообще без понятия. Отвали от меня. Фуф. Ну, тогда да. То есть... Я все правильно просчитал, там можно пройти, просто что я туда сейчас вообще никак не попаду. По причине, наверное, своей недопрокаченности. Ладно, но в любом случае, мы можем сейчас сходить в подвал. Вот тут, который находится недалеко. У нас, в принципе, есть щилд, у нас есть все для того, чтобы туда попасть, и чтобы у нас все было хорошо с нами.
Тогда пойдем туда в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.